Здравствуйте, друзья. Сдал я металлолом. Вчера я не успел, приехал поздно. Сегодня сдал. Металлолом сбавился по 19 рублей сейчас. Вот, на 1200 вышло. Сейчас покупаю продукты и едем в наше путешествие на разведку. Есть информация, что была старая ферма в одном месте. Поедем проверять, есть там что-то нам осталось, не осталось. Ферма не слишком старая, но надеюсь, может, что-то осталось из металлолома. Так что вот сейчас закупаемся и выезжаем. Встретимся мы уже там, на месте. Не знаю, дорога там какая, хорошая или нехорошая. Надеюсь, проедем. Может, пешком придется идти. Так, что еще -то? Ну все, в принципе, остальное по ходу дела. Саму ферму еще не нашел. Не знаю даже, где она. А, искать. Пока я похожу так по лесочку, по лесочкам вдоль полей. По пути пока ищу. Может, что-то и попадется. Да, все в дыму. Пожары еще не кончились. Вон где-то вертолет летает, тушат. Видать. Так, первый сигнал, будем копать. По сигналу что-то хорошее вроде. Сверху лежит. Сверху лежит. Пойдет. Косуля ушла. Там было. Да, что-то пока глуховато. Ищем, ищем. Хожу так по лесочкам. Тут, мне кажется, в другую сторону надо ехать. Вон там сейчас построю еще, похожу. Находок пока не особо. Пьем чайку сейчас с беляшиком. И дальше за поиски. Ну там еще нашел в болотине. Вот, какую-то звездочку тракторную большую. Надеюсь, найдем чего-нибудь хорошенького сегодня. Погодка сегодня отпад. Жарко с самого утра.
Тут беляши какой-то не очень. Зверушкам оставим. Если не наберем сегодня полную машину, то останемся здесь с ночевой. Будем еще искать. А если наберем хотя бы там килограмм 100-200, тогда буду вывозить уже. До 200 килограмм, если наберем, короче, тогда ночевать не останусь в лесу. А если не наберем, то заночую в машине. И дальше завтра за поиски приступим. Что-то здесь есть. Ну, корни поглотили. А, достану, нет? Ну, что-то небольшое вроде. Это типа трубки что-то. Достается. А, не, не трубка. Нормальная запчастюлька, тяжеленькая. Вертолет что-то кружит и кружит. Достал. Меня что ли высматривают? Сейчас джин вылет. Какой-то кувшин. А, это от трактора это. Хлопуха что ли стоит, поставится нормально, тяжеленько, сверху лежала. Убираем. Явно старая дорога проглядывается. Ну, я уже там походил немножко, пострел. Точно эта дорога старая. Попробуем сейчас по ней пройти, поискать. Может, что-то будет. Уже такая заросшая маленькими деревьями. Вот здесь присутствует остатки трубы под дорогой, которая проходила. Здесь бобров дорожка какая-то утоптана. Вот такая дорога проглядывается. Ладно, пойдемте поищем. Голяк вообще. Ладно, пойдем дальше. Вот столичка находок в данный момент только найдена. Времени по 20 минут первого уже. Приехала я где-то часов 9. А, пол десятого где-то приехал. За 3,5 часа. Получается почти что 4 часа. Сейчас взвесим. Так, для интереса. Шесть килограмм. Да. А, вот, там что-то неправильно было. Не, там другой режим включен был. 8 килограмм. Я думаю, что-то вроде побольше на вес-то. 8 килограмм. Да. Не густо. Надо, наверное, ферму все-таки искать. А то так долго придется.
Надо, наверное, ферму все-таки искать. Потихоньку в другую сторону ехать. Сейчас, наверное, пообедаем сперва. И поедем уже дальше. На обед кирка с батоном, чаек. В этот раз другая килька. Дороже на 10 рублей. 80 рублей. Сейчас продегустируем. Брал в магните. Надо найти, где нормально килька, да? В каких магазинах. По монетке не очень, значит. Не очень, хоть они... Цена тоже. Нормально. Нормально. Рекомендую. В магните. Похоже она немного на это. Как старые времена была. Томатная паста, ну, вкусная, насыщенная. Вот такая, запомнили? Потом еще где-нибудь попробуем. Это я вон сейчас поцарапался. Забинтовал маленько там. Сейчас остановится кровь. Опять вон где-то близко к деревне. Вон там пожар уже в лесу возле деревни. С одной стороны потушили, с другой стороны идет. Да, когда же кончится. Сильно что-то там горит-то опять. Погода. Жарище такая, так понятно. Ладно, сейчас вот здесь похожу. Здесь такая какая-то... Заманчивое место. И дальше поедем уже там смотреть. Ну да, и вправду. Крепление у ручки вообще слабенькое. Шлицы там эти оторвались. Ну и так. Ерунда, короче. Одни крепления там сделаны.
Ладно, все, на скотч приделан, на изоленту. Все говорят, что у всех ломается она, так что я тоже не удивлен, ждал, когда сломается. Нормально. Просто уже не такая компактная получается. Вот, чувство-то не подводит. Интуиция. Что-то есть? Лемех или как он называется? Нормально. Ветер, наверное, там задувает. Вот и тут же еще какой-то сигнал. Блин, трава. Это маленькая что-то. Что, друзья? Можете меня поздравить? Что-то есть? Хорошенько. Прям сверху лежит. Какой-то уголок. Ничего себе. Ничего себе. Трицепное. Ха. Нихрена себе. Вот это фартануло. Ну, килограмм взвешиваем. Я думаю, килограмм 10-15, наверное. Глазами увидел, вон там он, что-то лежит, что-то наподобие телевизора, как будто бы, рама телевизора. Посмотрим. Может не проехать. Может и нет. На машинке какой-нибудь старый запчасть. Прозвонить тут. Ну все, дальше там уже начал обнаруживать ямки. След от лемеха выкопанного нашел. Ну вот такой же, который я нашел. Как-то странно. Здесь, видимо, не искали. Сразу туда пошли, что ли. И вот, что удалось добыть с этого участка. Самая, конечно, находочка сделала наш день.
15, думаю, то есть точно есть. Сейчас будем взвешивать, покажу. Итак. Начнем с самой смачной находки за сегодняшний день. Ставьте ваши ставки, пока не поздно. Где там? Где там? 13. Блин, маленько не угадал. Ладно. Вот так вот оно и бывает. Полдня ходил, 6 килограмм, или сколько-то, 8 килограмм. Тут за полчаса, вон сколько набрал. А так, это металлокоп такое дело. То густо, то пусто. Так, 13, 21, все вместе. Четыре килограмма, нифига себе. 25. Сейчас это сюда сложу. Здесь было 8 килограмм. Было 8, сейчас 14. 4. 6 килограмм. Всего, все вместе 31 килограмм получается. 31. Ну, неплохо, в принципе, ты что? 31. Хотя бы полтинник бы сегодня сделать. Ну, ладно. Загружаемся, едем дальше. Ну вот, мы и на месте. Вот заброшена эта ферма. Но она не сильно старая. Почти, можно сказать, современная. Надеюсь, никого здесь нету. Не знаю, что оставили здесь. Может, и нечего собирать даже. Разваливаться уже. Такой какой-то загончик. Непонятно, что это было. Где здесь жили работники? Вагончик, наверное, какой-то стоял. Увезли. Давайте пройдем туда. В основную ферму. Мне кажется, ничего уже здесь нет. Так, наверное,
все собрали. Сейчас нынешнее время металлолом не оставляет уже. Вот, кстати, вот здесь, наверное, работники жили. Из шпал, что ли, из каких-то состряпан. Если что, можно здесь и заночевать, если там нормальное состояние. Крыши нету. Без крыши-то, наверное, быстро пропадет. Здесь вход. Здесь стояли быки. Стены насыпные, из досок внутрь землю насыпали. Да. Подуставший домик уже. Так. Ну, лучше в машине ночевать. Ну. Не знаю, посмотрим. Походим с металлоискателем. Может, вдруг что-то и забыли. Я не знаю, сколько эта ферма работала. Вроде как бы не очень долго. Обошел я вообще все везде вокруг в этих бараков. Вокруг этого поля до деляны там дошел. Нигде ничего нету. Вообще голяк, одни гвозди. И вот тут в одном месте наткнулся. Небольшая кучка металлолома. Кажется, ну, видимо, в одно место только складывали. Сейчас посмотрим, что там есть. Даже без металлоискателя глазами увидел просто. Кстати, копано здесь уже. Как так не заметили? Ладно, хоть повезло мне. Добрая деталька. Или это кто-то насобирал и припрятали? А может, так замело? Нифига себе! Офигеть! Вот это фартануло! Обалдеть! Ни хрена себе. Вот это схрон. Это я нарвал. Я уже расстроился, все. Ни хрена. Обалдеть. Добрый металл ты здесь один.
капец. Вот это повезло. Ну как будто нас собирали тут в одну кучку. Работники, может, эти сюда складывали. Потом уезжали, не забрали. Трака куток. Сейчас еще прозвоню. Обалдеть. Фартануло. Я уже не надеялся здесь ничего найти, уже все. Металлоискатель уже на плечо закинул, шел. И смотрю. От этого огнетушителя жопа торчит. Какую детальку еще увидел потом. Да, повезло. Ну, видимо, работники нас собирали в кучку. Потому что если чья-то заначка была бы это, то ее забрали, потому что давно. Видно было, что это не первый год. Кучка присыпана листьями уже. Давнешняя лежит. Так что если это чей-то схрон был бы, уже давно бы забрали. Это так, кто-то откладывал, просто копил. Я говорю, наверное, работники. Я забыли про нее, когда уезжали. Вот эти самые весомые детальки. Сейчас все будем перевешивать. Там у нас вроде 31 килограмм. Сейчас посчитаем, сколько все вместе будет. Ну, приступим. Сперва вешаем вот это. +5. Шесть килограмм. Сорок два. Так. Эти два держатся. 42. 13 килограмм. Сорок. 55 килограмм. 55. Ну, вроде правильно. Если что, потом перечитаю. Там узнаю. 55 плюс 14 килограмм. 55 65 69 69. Это уже в сумку. Да, 69. Это 3 килограмма. Я из нее выгрузил.
сейчас в жарище. Наверное, 30 с лишним на камешке. Потом 69 было. Здесь 3 килограмма было. О, нормально. 26. Минус 3. 23 килограмма. Там. Короче, 90 килограмм все вместе. Обалдеть. Вот это фартануло. Неплохо так. Да уж, не ожидал. Надо сейчас себя загрузить. Не знаю, что походить, не походить. Ладно, сейчас посмотрим. Даже не знаю, от чего это. Эй, пофиг. Главное, тяжеленькое это, ладно. Думаю, надо вывозить, наверное, металл. Сегодня сдавать. Машина не стояла, нагружена. Пружины не проседали. Я поеду, наверное, сейчас сдавать. 100 килограмм что-то все равно. 2000 почти что. 1900. Неплохо. Время 5 час. Вечера уже. И думаю, надо, может, землянку нам покупать, начать. Может, не арестуют, поди. Вот мопед был бы, конечно, удобнее было бы. Раз в кусты поставил, и не видно. Сам-то все равно в лесу нахожусь. Не видно было бы. Машина это, конечно, приметнее намного. Не знаю. Ладно, посмотрим. Если что, короче, либо по землянку начнем копать. В следующем, не знаю, в этот ролик или в следующий попадет. Сейчас, короче, вывожу металл, заночую в городе и потом посмотрим. Завтра, короче, едем или землянку копать, или металл. Утро вечером мудренее, как говорится. Погодка, конечно, прекрасная.